Итак, как быстро избавиться от колорадского жука, который такой надоедливый и без всякой химии? Я вам делаю такую подсказку. Берете на 10-литровое ведро воды, высыпаете горчичный порошок, целую пачку. Вот так аккуратненько. Всю. Потом берете 9% уксус. Вот. Нужно 2 столовые ложки. У меня здесь полбутылочки. Но я на глаз выливаю. Вот. Ну, чуть больше, может, немножко. Потом тщательно перемешиваете. Вот какая красотища получилась. И вот этим растворчиком, мне его не жалко, потому что это копеечное средство. И без всякой химии берете веничек. Вот я приготовила его из листьев вишни, сливы. И вот так вот брызгаете. Я брызгаю почему? Потому что у меня на укропе почему-то, чтобы не это, можно было кушать, и чтобы это было не во вред. Вот так тщательно-тщательно брызгаем. И все. И картошечка. И еще. Никогда не давите колорадских жуков на территории своего участка. Они, как бы бабушка говорила мне, приводят, призывают остальных. Всем добра и мира!